Всем привет! С вами Наташа Пархоменко, и вы смотрите мой кулинарный канал. В этом видео я вам подробно расскажу и покажу, как приготовить согревающий алкогольный напиток анисовку. Анисовка получается очень ароматной и пряной. По вкусу домашняя анисовка напоминает магазинную самбуку. Ну что ж, давайте же приступим к приготовлению. Для приготовления анисовки понадобится 1,5-литровая банка. В банку я высыпаю тмин, анис, сахар, добавляю бадьян. И теперь все буду заливать домашним самогоном двойной перегонки, который мы разбавили до 48 градусов. Только я буду заливать банку не до самого верха, приблизительно до вот этого вот уровня, до вот этой вот полосочки. Банку с анисовкой закрываю крышкой и все хорошенько взболтаю. Анисовку оставляю в темном месте при комнатной температуре на 3 недели. Каждый день банку с анисовкой буду доставать и хорошенько взбалтывать вот таким вот образом. Прошло 3 недели, анисовка уже хорошенько настоялась, теперь нужно ее процедить. Для этого мне понадобится чистая 1,5-литровая банка, прямоугольный ватный отрез, ватный диск и удлиненное горлышко 1,5-литровой пластиковой бутылки. Для начала я сделаю самодельный фильтр. Для этого берем прямоугольный ватный отрез, подгибаем один край и из ваты делаем вот такую вот ватную пробку. У вас должна получиться вот такая вот пробка. Берем ватный диск и тот край, вот где мы подгибали, к этому краю я прикладываю ватный диск и эту всю конструкцию отправляем в горлышко бутылки, поэтому вот удобнее использовать удлиненное горлышко бутылки, вот такую вот бутылку. Вот таким вот образом я поместила ватный диск. Теперь самодельный фильтр я ставлю на чистую банку, выливаю анисовку и процесс фильтрации сейчас начнется. Анисовку процедила, теперь оставляю ее в темном месте при комнатной температуре еще на 2 дня. Нужно, чтобы анисовка отдохнула. Анисовка готова, дегустировать будет Антон. Всем привет! Друзья, наступил новый замечательный день, а я-то думал, почему у меня с утра нос чешется, а это, оказывается, пришло время дегустации. Итак, приступаем. Скажу сразу, запах фантастический. Его слышно на расстоянии, можно даже не внюхиваться. Приятный такой букет. Выделяется, конечно же, анис на цвет. Видим, что цвет, надеюсь, вам видно, получился такой немножко коричневатый. Если кто-то хочет добиться более прозрачного цвета, то вы можете поставить напиток на подоконник, на солнышко. И через несколько дней он немножечко осветлится. Ну и теперь самая приятная дегустация. Давайте попробую. Ой, ну слушайте, это просто супер. Какая вещь. Вкуснота просто. Крепенькая, очень похожа по вкусу на магазинную самбуку. Единственное, что не хватает вот этой маслянистости, плотности. Ну а так просто супер. Выражен вкус аниса, очень приятно пьется. Так что я всем рекомендую. Надеюсь, вам понравился рецепт и вы его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко и Антон Пархоменко. Смотрите наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Приятного аппетита и до новых встреч!